Сиваш. Картина музыкальной недели глазами и ушами внимательного селектора. Альбомы, синглы, яркие новички, культовые ветераны. Владимир Сиваш на радио «Аристократы». Добрый день! Подборку интересных новинок сегодня начнем на малой скорости. Постепенно к середине увеличим темп почти до танцевального. И в конце снова медленно и задумчиво. В данном выпуске Николас Ленс, Ник Кейв, Итико Аоба, Келли Моран, Алек Ли, Джон Белтрон и другие. Одновременно деликатное и пронзительное начало эпизода принадлежит композитору и певице иранского происхождения Сохари Занижат. Когда-то ее родители-диссиденты бежали из Тегерана в Нью-Йорк. Сейчас Соха проживает в Дании, являясь частью местной сцены. Музыка Резанижат может быть индустриальной, шумовой, оркестровой, может быть дарк-поп, электроника, а лучше всего, когда это элегические ноктюрны, где на первом месте голос девушки. Тема из ее декабрьского альбома. If it's so wrong.
there, nowhere at all. I eat children and I gather them to me. I'm a single word and no word at all. Just a single word and no word at all. I am holding you and I need you. I am what is to come, what has been before. I'm both praised and ridiculed. I'm a single word and no word at all. I'm just a single word and no word at all. Бельгийский композитор Николас Ленц при участии Ника Кейва. Вообще, Николас Ленц сочиняет музыку к кино, театральным постановкам и современную оперу. Вот и нынешнее произведение «Litanies» обозначается как минималистичная камерная опера. В ней Ленц хотел передать душевный покой, который он испытал, посещая древние храмы в Японии, а потом снова нашел на опустевших улицах Брюсселя во время карантина. Либретто к опере написал Ник Кейв. Тексты, по сути, религиозного содержания. Это его парафия. На очереди японская фолк-звездочка Итико Аоба. 2 декабря Итико выпустила свою 7-ю пластинку с песнями на японском и английском языках. Дело в том, что после 10 лет успеха на родине, где девушка сотрудничала с Рюити Сакамото, Корнелиусом, Харуоми Хасона из Yellow Magic Orchestra, теперь Аоба известна и в Европе. Ее хрупкий фолк, будто ведущий в волшебный японский сад. Thank you.
работа американской клавишницы Келли Моран из ее нового сплит-миньона с Домиником Ферноу, он же Prurient. Келли Моран уже не раз появлялась в моей программе, потому как против данных изумительных треков сложно устоять. Они основаны на технике подготовленного фортепиано, когда звук инструмента намеренно искажают механическими способами. Затем Келли еще применяет цифровые средства обработки, получая электроакустическую красоту на стыке постминимализма, импрессионистской классики и экспериментальной электроники. Следующий израильский продюсер и диджей Алек Ли, чье настоящее имя Ори Кеннет. Если раньше он был стержневой фигурой в ночной жизни Тель-Авива, то в последние годы пошел дальше, за границу. Например, благодаря релизам на канадском лейбле Multiculti или вот французском Antinote, чей свежий сборник One Love как раз Алек Ли открывает. Обычно в свое профильное замедленное даб-диско Алек добавляет психоделических ноток, но здесь скорее накинул иронии. Сиваш. Фокус на свежей музыке.
образцовый немецкий крауд-рок от германской же группы Urlaub in Polen, чей расцвет пришелся на середину нулевых. В 2012-м команда распалась, но в ноябре 2020-го неожиданно представила новую, уже шестую пластинку. Напоминаю, на таких платформах, как YouTube, Apple Podcasts или Google, вы можете как послушать любой из эпизодов, так и оценить его, поставить лайк или дизлайк, написать комментарий. Из Германии чуть южнее, в Испанию и Италию. Танцевальный продюсер из испанского Бильбао с ником WLDV. Эта аббревиатура обозначает «We love Dolce Vita», а Dolce Vita – это уже Италия. Дело в том, что один из стилистических векторов продюсера – современная интерпретация итало-диско. Такой продукт, помимо прочего, как раз почитают на лейбле «Итало Модерни». Но лейбл снова-таки испанский, вернее каталонский. Одним словом, все переплелось. В сухом остатке компания из Барселоны презентует клубное итало-диско из Бильбао.
Гости ваш. Поймать музыкальный момент. Снова-таки итальянская космическая диско, но в отличие от предыдущего трека с футуристическим тоном и от натурального итальянца по имени Франс Скала. Его дебютный полноформатный альбом «Mondo della Notte» реализован 5 декабря. Американский электронщик Джон Белтран за 30 лет внушительной карьеры играл разное. Техно, даб-техно, музыку с латинскими, джазовыми, балиарскими влияниями.
Но назвать его творчество эклектичным особенно не получится, потому что многие композиции прошивает одно и то же ощущение. Светло-меланхоличное, ностальгическое, теплое, будто в легкой дымке. На свежем миньоне «Highway» оно, несомненно, присутствует. We'll be right back.
here. Композиция «Talking in my dreams» из новой пластинки «Keto Jamperi», которая вышла на британском лейбле «Emotional Response». Вообще здесь «Keto Jamperi» выступает не лишь как автор, но и куратор, своего рода дирижер, потому что очень много гостей принимало участие в записи. Среди наиболее известных – Джимми Тенор, Ред Снеппер, Липелис, Волфрэм. Дальше девушка из Ирака, которая базируется в канадском Торонто и выступает под именем Иса Гилла. Ее предыдущие работы довольно жесткие, абразивные, с агрессивными ритмами. Однако насущный диск Corporate Cross почти лишен битов. Вместо них насыщенная текстура из эмбиента и нойза, заправленная индустриальными звуковыми обломками и призрачными мелодиями.
Предпоследним контрибьютором сегодняшнего подкаста был японский продюсер Хиро Исики. Трек будто из сумрачного андроидного будущего. Называется «Тело без органов». А закрывать эпизод призваны классики. Совместное произведение двух судьбоносных мастеров. Робина Гатри, основателя Cocteau Twins, важнейшей дрим-поп-группы всех времен, и Харальда Бадда, мэтра эмбиента и минимализма. Пластинка записана еще в 2013 году, но увидела свет только несколько дней назад. До свидания. Сиваш. Новые релизы, музыка эмоций и разума. Еженедельный срез самого любопытного и вдохновляющего под единым авторским знаменателем. Владимир Сиваш. На радио «Аристократы».